Итак, друзья мои, я понял, от чего это ключ. Этот ключ. Всем привет, это Hello Neighbor. И с вами Андрей Беттер. Этот ключ от машины нашего соседушки. Давайте проберемся и откроем эту гребаную машинку. А, во. Видали? И здесь мы берем, конечно, соответственно, магнит. Магнит, да. Берем магнит. И пробираемся. Вау. Он меня сейчас увидит, и все. И нам нужен ломик. Ломик я видел вот в этой вот комнатке. Вот он, ломик. Чтобы разбивать наши окна, да? Блин, а чё у меня? А, давай выкинем её на. Выкинули. Тут больше нам ничего не надо. Вау, дружище. Давай не будем с тобой ссориться. Блять, сука. Так. Мы тоже выкинем. У нас есть ломик. Ха! Ха-ха! Смотри, что делает, а? Опять зарядку свою выполняет, ё-моё. Ну ладно, мы подождем. Смотри, 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 тут бегает. Ты что, дурак, что ли? Братан. Ты, наверное, дурачок у нас. Да? Смотри, кидается, сука. Кидается. Убегай, 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 убегай. Убегай, пока живой. Давай, 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 давай. Наверх, 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 наверх. Наверх. Нам вроде бы надо опять на второй этаж, да? Боже. Что ж ты все падаешь все время? Смотри, он бежит, 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 бежит. Он пытается... Блин. Он меня увидел. Ладно. Вон он ходит, вон он. Правый маг не был. А у нас что, на... Коробка-то упала у нас. Получается-то, да? Блин, ну что ж ты падаешь-то? Только вперед, ни шагу назад. Ну залезай, давай. Ну прошу тебя. Он не хочет залезать сюда, понимаешь? Вообще не хочет. А давай еще одну коробочку возьмем. Только вперед, 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 чтобы не упасть, блин. Сраная мышь. Блин. Улетела. Ладно. Короче, нам надо попасть в комнатку, где находится ключ от двери. Он, а этот ключ находится на синем столе. Вот мы сейчас будем пытаться, наверное, как-то ее то ли перепрыгнуть, то ли как-то еще, я не знаю. Потому что... О, хорошо. Хорошо, вот. Я просто хотел попробовать вот так вот, как-нибудь попасть туда. А-а-а! Он просто падает. Я уже раз пятый, наверное, пытаюсь это сделать. Да ты чё, как он допрыгнул? Сосед, ты чё? Соседушка ты мой. Ладно. Еще раз пробуем. Давай попробуем еще раз. Ну, никак не получается у меня допрыгнуть до туда. Опа! Отлично. А как мне разбить окно? Блин! О, разбили. Найс. Ладно, ломик мы заберем потом. Ух, ёпта. А что тут медведь делает? А где ключ? А, во-во-во-во-во. Я его видел. В шторочку. Так, стул нам не нужен.
Кукла нам тоже не нужна. Этот ключ нам вроде бы тоже больше не нужен. Мы его выкидываем. Давай посмотрим. Есть что-нибудь в ящиках? Нету. Так, ну вроде в ящиках нет ничего у нас, да? Так. Ну ладно. Давайте пробовать, пробовать, пробовать. Открывать я не буду это. Ну нафиг. Вот он этот ключ наш. А где наш соседушка? Вон ломик наш. Опа! Опа! Бежим, 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 бежим. Соседушка, ты где, братан? Так, где наша таинственная дверь? И что находится за этой дверью, мы сейчас узнаем. Поехали! Ой-ой-ой, что, надо спускаться еще надо? Так, вот мы проникли в какой-то подвал. Ну, давай спустимся, посмотрим. Надеюсь, тут-то соседом нашего не будет. Злого. Ух ты, это дверь? Офигеть. Котел какой-то. Можно тут что-нибудь взять? Так, ломик наш где? А мяч нам? Ладно, пусть будет мяч. Не, мяч не будем брать. Ладно, идем в дверь. Здесь у нас, видите, фотообои на окнах. Свечи горят. Секта, что ли, какая-то? Не пойму. Здесь то ли сын его, может быть, жил. То ли кто-то еще. И мячиком. Че? Че надо делать? Давайте смотреть, что нам тут надо делать. Нам ломик нужен, видите? Походу, дело-то. А где нам взять ломик наш? У нас же ломик был. Так. Опа, это окно какое-то. Ага, здесь у нас есть выход. Смотри. То бишь, мы попали в какой-то подвал, где у нас, соответственно, идут наши трубы. Находится какая-то комната с кроватью. Выключатель. Ага, открывай дверь. Так, это шкаф, чтобы спрятаться. Здесь есть, если что, коробки, чтобы забраться. Давай вот это возьмем. На всякий случай. Разбить мало ли что-нибудь придется нам. Вот. Ага, ящик какой-то вижу. Давай откроем. Нету? Нет, ничего. Так, чашка какая-то. Ладно, пошли посмотрим. А вот это, можно ее открыть? Не открывается дверь. Фонарик бы мне бы не помешал бы. Пульт. Не-не-не, надо включить. Хей, я Мирадаги, Бардо жалапывать на... Музыка такая тут странная, что мне непонятно даже ничего. А как мне? Смотри, а-а-а. Что находится? Там стулом. Видишь? И здесь стулом. Все, забацано. А куда делась моя... Блин, она в текстуру, что ли, упала? Видишь, стул. Ладно. Будем искать выходы. Холодильник в подвале. Зачем ему в холодильник в подвале? Лопатой можно, что ли, подкоп сделать? Ну, ладно. Шляпа. Тарелки. Дверей тут нет больше, да? О, открылась дверь. Земля, смотри. Опа. Ну-ка, открывай. Давай, давай, давай. Так, сейчас мы посмотрим тут и все. Можно открыть, нет? Ага, душ, душ. Душ нам не нужен пока что, душ. Мы пока что не вспотели. О, здесь есть кирпичи. Давай кирпич возьмем.
А вот наша крышечка. Угу. Давай тоже откроем, чтобы нам на выход можно было уйти. Нет больше, да ничего. Так, ну что же, у нас получается вот такой вот подвал. С дверями какими-то непонятными. Куда мне идти, я не понимаю. Еще двери одни. Ага, да. А посмотреть можно? Нет, нельзя. Ага, это спрятаться. Спрятаться от нашего соседушки, да? Пойдем посмотрим вначале вот эту комнату. Что в ней? Большие какие-то декорации здесь, какие-то... Опа, фонарик. Вот это вот то, что мне нужно было. Фонарик, то, что надо было. Там музыка играет. Ладно, пошли обратно. Куда нам идти, я не пойму. А, вот, нашел. Так, давай. Угу, стул. Убираем. Открываем. Угу. Это та комната, где мы нашли фонарик. Что это? Медведь? Что тут происходит вообще? Что здесь вообще происходит? Какие-то декорации. По кругу. Холодильники. Зачем ему в подвале холодильники? Интересно. Телевизор можно выключить, так как у нас появился фонарик. Так, в ящиках пусто у нас. Фаршет, торшер, как он правильно называется. Так, это шкафчик. Ага, тут электричество у него замкнуло, походу. А как мне его? Подожди, а если я подойду, меня током-то не убьет? Нет? Нам нужен гаечный ключ, походу. По-любому, да? Подожди. Мы поломаем эту игру. В принципе. Наверх ведет, видишь? Да уж, тут я ничего не пойму. Не понимаю. Щит какой-то, смотри. Что здесь такое? А, декорации. Понял. Понял. Так, давай попробуем уйти обратно, назад. Нас не впустят, наверное, да, обратно? Да, обратно нас не впускают. Итак, я понял, как это надо было сделать. Просто разбежаться и разбить эту стену из кирпичей. Не знаю, я просто долго думал и просто как-то вот так вот само собой получилось. Ладненько. А что мы имеем в этой комнате? По сути, мы ничего не имеем в этой комнате. По сути. Подожди, и что у нас получается? А теперь я опять ничего не понимаю. Какая вот... система у меня получается навигация, что я ничего не понимаю. Подожди, а если подойти, кинуть? Подожди, там же был щиток в самом начале, помнишь?
Мы должны туда сходить и разведать обстановку. Давай. Где-то здесь был он, да? Вот он, щиток. Давай мы все это выключим. Обесточим. Куда-то сюда надо бежать. Вот сюда вроде. Сюда. И сюда. Так, ну что же. Вот эта вот комнатка получается. Ага, мы открыли, видишь, дверь. Так. Генератор запускается у нас, получается. Здесь спасательный круг. Батарея. Ага, и питание подал куда-то не туда я, походу, да? Что вообще происходит в этой игре? У меня такое чувство, что здесь был какой-то дурдом. Может, детский дом. Может, то и то. Сразу. Вам так не кажется? Нам надо попасть вот сюда вот. Как же мы это сделаем? А давай вернемся опять к этому щитку и включим напряжение. Щиток, ты где? Угу. Дверь какая-то закрыта. Закрытая дверь. Передо мной стоит она. Какая хорошенькая. Такая вся хорошенькая дверца стоит передо мной. Ага, видишь? Мы открываем вот эту дверь. Тут стоит чучело такое, говорит: Андрюша, не иди, пожалуйста, сюда, Петер, пожалуйста. А я говорю, мне все равно. Мы должны пройти эту гребаную игру. Так, ну что же. Готовы к сенсации? Опа. Так, пошла заставка, нас увидел сосед. Это очень... Что за фигня происходит в этой игре? Почему он ловит нас? А, убегаем от него, убегаем, 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 беги, 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 беги. Твою дивизию, что это такое? Какие ключи? Акт 2. То бишь, я где-то встал, проснулся, и что? В чьей комнате? Он меня запер в подвале. И как мне выбраться отсюда? Ланика, а как я выберусь отсюда, вы узнаете в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. Всем удачи, друзья. Всем пока.